Я Хантеру-то проиграл в прошлой игре, потому что у меня Зевса кританули. Он второй раз не скайсил. У меня там был блинк, рефрешер, догон. Ну, тут, короче, шмот. Ну, короче, заряжено там все магически было. Поэтому проиграл. Так-то слишком хорошо было. Ладно. Так. Детали. Так, а это что значит? Две линии. Манга, это только. И что тогда? Дефну же. Не дефну, значит, не дефну. Классико. Мишенька, здравствуй. Как она, Миш? Классико. ОМГ девайс, привет. Ну чё, Кая? Детки жесткие. Да. Чё, манго получается играем тут? Или монополию? Монополию, кстати, хорошо играть. Фоп ЦП. В принципе, кастит быстро. Против ассасинов тоже может успеть, да? Или нет? Классико. Нормально. Рэмпадж год, привет. Чудная час, спасибо, игра. Кузочки на рай. Через монополию можно сыграть. Чик-чик, так. Так. Правильно. Лишний голде, так, за кодочку. Чик. Ну что-то какая это фигня тогда, монополия. Сколько там голды можно сделать? Много варлоки через лазер. Не.
После обновы тренды какие-то поменялись? Да, сложно сказать. Испав козу, да, в C3. Кто-то уже об этом подумал. Так пойдет. Возьмем кос плюс фисп. Ну да. Так и есть. Ну, вот сколько в эту игру играю, ни разу скамейку фулл инчами не заполнял. Ну это потому, что я фигней не страдал настолько. Ну 5-6 у меня было. То есть именно ситуация, где типа так и надо было. 6 коз иметь. А если покопить именно козочек, то вполне можно, да, так сыграть. Бараш был бы доволен. Евгений, привет, Эрор. Привет. Спасибо. Тоже настроение. Так, еще один Дарксир. Я сикера уберу. Не Дарксир, просто, ну понятно, что Дарксир сильный. Можно взять. Та-та-та-та. Лайка. Помните, раньше лайка, наверное, секунды две была, пыталась раскладываться. Джаггер плохо играет. Вот 1-5 у меня, кого-то там выиграл один раз. Непонятно зачем. Ладно, выиграл и выиграл. Че бухтеть? Правильно. Плюс один всего лишь. О, на победку играем. Хотя можно лазер что-то сделать, но зачем? Кай нету. Манга на победу. Правда, у демона есть, да. Так, выиграю, выиграю, проиграю, проиграю, ничего страшного. Это все знают. Ну да, нормально. Единственный манга зашел, тут еще вариантов достаточно. Кто-то посильнее заходит, потом кто-то послабее. Все хорошо будет. Правильно? Лазерок, скорее всего, да. О, блин, забанил, лазер будет играть. Тоже лазер. Сразу понятно, да?
Ясно, понятно. Манго можно растянуть там на 20 плюс раунды, да. И вообще можно без золотого играть. Так, получается, кого мог победить в теории? Не, ребята. Самый сильный зашел. Обидно. Должно быть. Даже не скастил у меня. Хорошо, молодцы. Я с хумов ставить не буду, потому что опасно. Да, опасно. Ну ничего, даже можно, да, сыграть. Лаки рок. Почему на скилле? На скилле почему? Сильный стол пришел, я максимально собрался. Чем лакер-то? Да, лакер, стример. Вот так сыграем. Так, тут луну собирают. Дринеи. Эльфы, вары. Артизи, топ-1 Америка. Привет. Реально топ-1 Америка. Шмотку мне не дали. Каю можно взять. Классико. Возьму, потому что выигрывать надо манго получать. Мов не буду ставить, что может зайти человек.
может зайти. А, не зашел, зато тут волков не получим. Так, мне нужен ассасин сильный. И бист какой-нибудь сильный, да? Даже сверху получилось, да? Сверху бестов получилось. Можно было Кира Сенчи поставить, но лайку надо было убрать. Пол такой сильный, но я его не вывез почему-то. Ну, не то чтобы не вывез, а я его мог победить. Творкл. Опять не повезло. Так, ко мне не заходил, получается, еще манга. Он заходит нормально. Так, получается, нужно сейчас проиграть. Это несложно. Наверное. Манга хорошая. Хорошо, так. Магнуса тоже надо взять. Мы пролезли бы, ну ладно. Так, хорошо. Ритка идеально, да, тут? Усыпаем. Да, нашли. Не успеваю. Подать можно, да. Так. А, у меня еще здесь есть, да, момент. Ура.
Мне яйцо здесь нравится или что? На лицо такое себе, да, удовольствие. Его можно ли, конечно. А давай. Пусть будет. Ну, согласен, что так хорошо. Да, еще лучше, да. Сделаем. Ой. Самая сильная. Ну тут леший, если будет, то Свен уже все равно молодец будет. Не обязательно темпларка играть, правильно? То есть раз Свена бахнули, сейчас надо поиграть. Он с руки хорошо бьет. Лишь бы апался еще. Шняпается. Бывает. Тут Свен растет, тут у меня не растет. Там в восьмом растет, у меня в девятом не растет. Классико. Рома, привет. Здорово. Да, арк просто очень сильно, даже Т1 дали шаг в пуле. Поэтому Свен хорошо. Арк Т1 сильный много делает. Свен пусть растет. Без перка играет тоже плохо. Мультикаст хороший перк, но... Блин, опять эти рыцари. И сильные. Он бы вырос, то я бы это же развалил бы. Наверное. Не уверен, конечно. Вот так. Продам. Еще на стрик опоздал, надо было через следующий раунд заходить.
Там шмотки как надо делать? С мультиком, без мультика? Я шмотки тут не делал, да, еще? Тирокоптера нет. Орка. Блин, я следующий перк хочу мультик взять, чтобы шмотки делать правильные. Я не буду делать слабые шмотки, правильно? Ну, рисковать без перка. Респол призма можно сыграть. Призма хекс. Симсон, Скади. Скади сильно очень, да. Кримсон, там что-то физ есть везде. Везде физ. Физ, физ. Здесь нет. Тут чистый, но потом поменяемся на шмотку. А хп нету, можно так сыграть. Лига выбери. Он под пивом сидит, так что ладно. Свен, да. 6 варов. Драконы. Так. Да. Можно и 6 бестов поставить, да, наверное. Ну, удар меня убил. Бестерон. Ну, вот это вот не хотелось бы. Такого урона дали много. Так, надо будет шмотки там делать, все дела, да? Не сильно.
Классико. Мне тоже вары нужны или что? Влада, здравствуй. На-на. С ударом. Почти. Я сразу апну, что я... Чего? Киров у меня не будет. Так, сыграю. Ты мультикас, потому что шмотки хочу делать, правильно? Продать можно, да? Да, можно не продавать, просто забрать, тут как раз шмоток хватает. Давай. Да, мультикласс мне нравится. Вот этого тоже поставят. Или шаг нужен? Я под это играю, под рефреши, под грифсы. Возможно, хекс, рефреши, что-то такое. У меня 6 бестов, да? Могу я как-то что-то по-другому сделать? Опасно здесь. Но мы тоже разваливаем быстро. Кентаврами-то вообще быстро развалим. Ардик есть. Работаем. Визардами, да, надо закрыть.
так бы это. Ну, мне то, что нужен, да, Фимак. Может. Классико. Раз без, два без, три без, да. Хорошо, вроде. Беру пока что. За некро, некрономикон. Класс. С поворотцем стало. А он же пеники играет. Максимка, привет, Райлак. Ну не пеники под пивом, просто чилит. Они такие большие. А, некров много, потому что он двойные превращен. Двойные некра подарком. И под этим под кнутом сильно. Раздувает сильно. А от левела зависит, наверное, внутреннего, не знаю. Хорошо. Хорошо. Так, а тут? Здорово. Блин, лох, сразу говорю. Так. Арк, арк, молодец. Соло для арка. А, там вырезали. Привет, Джиджи Гром. Раз таких больших вижу, не знаю, может что-то сделали там. Что-то сделали, переделали. Все шмотки здесь, все шмотки хорошие, каждая шмотка хорошая. Там вайдов надо ставить против меня, но у вайдов дэмэджа просто не хватит. Там вайды какие-то, я не знаю, с чем должно быть. Реально большие лучники очень. Тоже первый раз таких вижу, правда, согласен. Что с ними стало. Это такое, да, чудо нападение.
Этого убрал, да. Кого-то убрал. Вот я убрал. Рики убрал, да, темпларку хотел сделать просто, да. Ну, типа, на замену темпларка же хороша была. Мне тут, ну, замена шла. Да, джин-джин.